Всем добрый день! Вы на канале «Все своими руками» и я с вами Анна. Дорогие друзья, сегодня я вам предлагаю посмотреть свой индийский чеснок, который садила под зиму осенью 2021 году. Его у меня немножко, возводила со мной головки и получилось у меня больше. 6 зубиков. Один, конечно, у меня кто-то вытащил. Осталось 5 зубиков. И вот такой он у меня вырос. Сегодня у нас 28 июня 2022 года. И мы с вами выкапываем вот такие головки. Так он уже засох. И пришлось его выкапывать. Пришла пора. Выкопаем, и я вам покажу, какой он большой. Головки можно разрезать на две части. Вот у меня один зубик я осенью разрезала пополам и посадила. И мы посмотрим, сколько там получилось зубиков. Я даже сама удивилась. С одного зубика получается 2 части, 2 зубика. А где разрезала, вот здесь будем копать. Оно разделилось на 2 части. 2 было стрелы. И получилось 4 зубика. По 2 зубика. В головке. Все я вам сейчас покажу, дорогие друзья. Вот такие головки большие. Мы их сейчас же обрежем для сушки. Так, я обрезала. Вот с одного зубика 2 зубика. Здесь тоже 2 зубика, здесь тоже 2, а здесь 4. Давайте посмотрим, какой величины они, эти зубики. Вот моя ладонь. Ладонь у меня не маленькая, большая. И смотрите, какие зубики индийского чеснока. Здесь тоже 2 зубика здоровых. Немножко поранила я, но ничего. Все нормально. Видите, какой зубик? Один и второй. Здесь тоже 2 зубика. А есть 4 зубика, которые я вам говорила. Вот. 1, 2, 3, 4 зубика получилось, которые разрезала. Обчистила и досушка будет. Утенек. А одну оставила, не выкопала. Вот такая стрела. Оставила на семена. Такая головка. Сейчас поближе покажу вам, чтобы вы видели. На семена. Вот так семена досушиваю. Оставила 1 зубик. Если вам понравилось мое видео, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. И всем всего доброго!